за святую Русь помолю. Ну, а вторая, так сказать, это просто тема такая. Я вот таким путем, вместо скучной лекции, я верю в духа. Вот они, друиды. Смотрите. Вначале я показываю живых друидов. Дело в том, что чем мы, друиды, отличаемся от людей? Я не раз убеждался. 300 прививок сделал мой друг. Все мертвые. Ну куда уже там два вот таких среза обмотал и должна, а у него нет. Тогда я понял, человек человеку рознь. Вот. Вот он. Один из моих друидов. Это я сразу, кандидат друида. Ну, это я специально выбрал эту фотографию. Чтобы вы поняли, что есть люди оптимисты. Если человек мрачный по натуре, он никогда не будет хорошим садоводом. Никогда. Если я мрачно много говорю, это просто защищает деревья. Вы бы любили палача, который людей убивает? То есть могли бы относиться? Вы бы его ненавидели. Вот так и я иногда отношусь. А нормальные люди, вот они. Вот они такие есть. Любой человек, у которого зацветает в руках прививка, или просто он садит, и она еще не посадил семечко, а оно в руке ожило уже. Понимаете, ожило. Это вот такие. Вот один кандидат друиды. Я говорю полушутя, полусерьезно. Вот тут Наталья, кстати, как вторая. Сольга, вот тут вот так делайте. Я даже не обижусь. Вот. В нашем мире это нормально. Вот. А вот это вот картина моего друга Чернобаева Леонида Дмитриевича. И вот в этой картине вы видите, ну, красиво, а вы обратите внимание, сплошные камни, сплошные. И все равно деревья преодолели какую-то, и растут, и получилось необыкновенной красоты природы кусочек. Растут. Я представил себе, что это люди. Нет, не Ольга, не Наталья. Те где-то там у подножия, они учат уничтожать деревья. И тогда я взял и начал думать, кто у нас еще друиды? И вот смотрите, я сейчас выберу друиды, да? Вот что такое друиды? Прорицатели, колдуны, целители, обожествляющие природу, деревья, хранящие народное поверье. Смотрите, смотрите сюда. Боднар. Он уже на том свете. Ну. Латинков. Он тоже уже на том свете. Ну, покажите вы мне эти тимирязевки, свой сад-то. Наконец, это концов. Ну, нельзя ж на этом. Ты металлург с садом, а я это, шикарное образование. Ну, никогда. Умру, но не покажу своих абрикосов. Вот, смотрите. Вот. Ну, еще кандидат друиды. Почему? Ну, пошла по научной стезе. Берем ее, не берем. А хотя, поздно уже спрашивать ее. Вот. У нее в руках тоже все оживает. Видите? Вот. И много нас уже таких. Вы уже почти знаете. Я вот тогда взял Елену Александровну Савельевич. Вот. Посмотрите, вот ваш образ. Видите? Вот. Видели? Я вас просил, пришлите несколько фотографий, где вы с венком, где вы возле костра. Хотел вас еще с одной стороны показать, что мы, шаманы, друиды, пусть секта, секта нас обзывает, пускай. Но мы любим природу. И главное, эта природа любит нас и вас в том числе. Вот. Вот он, видите, символ. Я подобрал такой из интернета. Видите, здорово, да? Вот. А вот маленькие друидики. Если Тимоша, если я смогу продать, или там Сергей, для него десяток саженцев, и вручить ему деньги, вот, может, с этого момента путь пойдет по-другому. Может, он навсегда станет садоводом. А не как он, буду богатым блогером. Эх,